Всем привет! Я Камон Камон, на связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Всем привет! На связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Сегодня мы поговорим о лотереях. Не-не-не-не-не, я не рекламирую буков ни в коем случае, вообще ничего не рекламирую. Я хочу вам рассказать о платформе Valve и о том, какую они лотерею запустили. Теперь каждый день будут подарки, не буду заставлять вас ждать. Вы же хотите подарки? Айда на экран! Итак, дорогие коллеги, давайте-ка посмотрим. Ой, где это я? Дизайн, арт, архитектура, строительство, индивидуальный проект квартиры, либо загородного дома. Студия дизайна интерьеров Владимира Казака и Елены Носаревой. Да, сайт Дизайн Арт, очень классная история. Кому нужно, разумеется, заходите. А мы заходим на сайт Valve. Давайте я еще раз его обновлю. И расскажу вам про эту большую Valve лотерею. Заходим, вертикальное меню слева, все у вас должно появиться. Проверь удачу, выиграй свой джекпот. Смотрите, какая история. О, что-то там циферки какие-то идут. До следующего розыгрыша. Понятное дело. Смотрите, я снимаю это видео 21 сентября 2020 года, как раз первая лотерея стартовала. И обратите внимание, вроде несколько человек, да, но победитель только один. Смотрите. Не выполнены условия участия. Значит, у всех вот этих людей не было выполнено условие. Одно из двух. А этот человек, Бона, молодец, 25 получил. И смотрите, вот маленькая картинка уже здесь есть, но я эту акцию разберу по косточкам. Каждый день 25 вал, каждую неделю 200 вал, каждый месяц 500 вал и каждый квартал 2500 вал. Но там и другие как бы фишки есть. Мы можем нажать вот здесь, видите, да, в правой части экрана, ознакомиться. Это прям целая страница большая откроется. Большая вал-лотерея. Всего одно условие для участия. По сути, ну, их как бы два условия, но достаточно одно из них выполнить. Мы можем сами, а можем с командой. Замечательно, кстати, здесь ошибочка, да, действительно. Надо бы мягкий знак вставить, но не суть. Вот, очень наглядно как раз показана вся эта тема. Можем обязательно здесь ознакомиться, остаться, почитать. Но я рекомендую вам нажать назад. И перейти вот в эту историю, смотрите, узнать больше. Сразу можем чуть-чуть сделать побольше и читаем. Вот, видно вам, надеюсь? Не видно? Видно? В комментариях напишите, пожалуйста. Ах, я забыл, это не прямой эфир, надеюсь, что вам видно. Смотрите, из-за того, что вообще, в принципе, смарт-пазлы очень хорошо зашли в нашей истории, мы здесь начали зарабатывать, и ребята решили подсуетиться и сделать лотерею. Причем она реально беспроигрышная. То есть отныне в Valvework, вот читайте, да, на постоянной основе будут производиться розыгрыши. И нужно выполнить одно из двух условий. Значит, приобрести один и более контрактных пакетов, то есть минимальная инвестиция 25 вал. Или иметь в первом поколении, ну, в первой линии, минимум 4 контрактных пакета, контрактные пакеты лично приглашенных пользователей. Вот, смотрите, среди участников будут разыгрываться. Значит, каждый божий день кто-то будет выигрывать 25 вал. Каждую неделю кто-то будет выигрывать 200 вал. Каждый месяц 500 вал. Каждый квартал 2500 вал. А это, я прошу заметить, 1 вал 1 доллар. То есть 2500 долларов. И 31 декабря вал джекпот. 10 тысяч вал. 10 тысяч долларов. Но обратите внимание, видите, вот эти вот сноски. Всегда это нужно будет читать. Видите, да? Для участия в розыгрыше вал джекпот, который состоится 31 декабря, необходимо выполнить условия участия в лотерее в течение 10 дней после регистрации в системе. Все остальные призы этого ограничения не имеют. Перевожу на русский язык. Если вы зарегались, вам в течение 10 дней нужно выполнить одно из условий. И самое простое из них – просто взять контрактный пакет и иметь возможность выиграть 31 декабря. Вот кому-то реально фартанет. Читаем дальше, потому что мы слишком сильно вниз спустились. Значит, выигранные средства будут начисляться в контрактных пакетах в эквиваленте к выигрышу в личный кабинет участника. А это значит, что еще целый год полученные контрактные пакеты будут приносить прибыль. Напоминаем, кроме одного личного пакета, все остальные автоматически передаются в аренду, создают рабочие места на бирже заданий и приносят 20% ежемесячной прибыли своему владельцу. Вот, например, я купил первоначально 12 пакетов, один я как раз сам использую, и 11 у меня все в аренде, я получаю пассивный доход. Но, дорогие коллеги, мальчики, девочки, это еще не все. Дополнительно еще 100% выигрыша распределяется вверх по реферальной программе. Вот что такое маркетинг. Обожаю, короче, вот такие вот темы, связанные с сетевым бизнесом. Так вот, по реферальной программе среди участников по следующему принципу. Первый уровень 40%, второй уровень 20%, третий 10% и последний
10 уровень 2%. Обратите внимание на эту табличку. Чтобы участвовать в распределении процентов от выигрыша по этой реферальной программе, нужно быть участником розыгрыша, выполнившим одно из двух вышеуказанных условий. Вот условия: приобрести один или более контрактных пакетов или иметь в первой линии минимум 4 контрактных пакета. Контрактные пакеты лично приглашенных пользователей. Пожалуйста, имейте это в виду. Вот такая вот у нас офигеть какая история. Чем больше твоя команда, разумеется, тем больше шансов как раз получить свою прибыль от выигрыша других участников. Продвигай рекламу, строй команду и получай прибыль. Это хороший лозунг, и он действительно работает. Я уже снимал как раз видео на своем YouTube-канале по этому поводу. Можете его посмотреть. Я его только вот загрузил. Может быть, оно еще не так много просмотров набрало, да? Но я рекомендую вам вот это вот видео посмотреть. Оно называется «Как заработать на платформе Valve? Что нужно делать, чтобы повысить свой доход в интернете?» Valve USDT. Обязательно посмотрите. Если вы будете активными пользователями, будете качать этот проект, то вы всегда заработаете, вы всегда будете с деньгами. Так, а я что-то потерялся. Где у нас? А, вот здесь вот. Значит, смотрите, еще есть одна звездочка, да? Обязательно ее смотрите. Где мы видели первую звездочку? Сейчас я ее найду. Где звездочка? Звездочка. Звездочка алая. А, вот. При начислении реферального вознаграждения по программе розыгрыша сжатие структуры не применяется. Если пользователь в любом из поколений не выполнил условия участника, причитающийся ему процент остается в компании и не перераспределяется по сети. Это очень важно, то, о чем я вам показывал. Видите, несколько человек вроде бы как бы выполнили условия, а по факту после проверки не выполнили. Поэтому на них и на их структуру не распределяется бонус. Вот когда будет бонус распределяться, вот просто имейте в виду, что все должны выполнять условия, если вы хотите принять участие. А по факту мы все здесь принимаем участие, да, в автоматическом режиме. И через сутки еще будет игра, через сутки еще, еще и еще. Так каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый квартал. Да, а также еще вот 31 декабря супер вообще там какая-то акция, розыгрыш. Кто-то будет получать деньги. Вот, собственно, и все. Я снял очень много обзоров по этой платформе. Как зарегистрироваться, как завести деньги, как вывести свою прибыль, через что лучше пополнить, какие комиссии. Показал, как можно выполнять эти вал-задания. Вот реально рассказал практически все. И все равно я потихонечку что-то обозреваю. И обозреваю интересные темы, например, такие как розыгрыш, потому что вы здесь реально можете заработать. Желаю всем не то чтобы удачи, успеха. Потому что успех приходит к успешным людям, а вы люди успешные. Let's go! Условия проще пареной репы. Можно зарабатывать каждый божий день, каждую неделю, каждый квартал. А 31 декабря вообще можно такой куш сорвать, что мама не горюй. Но, разумеется, нужно все читать, читать все сноски, как это все происходит, какие условия. Потому что если вы не выполните условия, как я уже показывал в ролике, можно пролететь с выигрышем. Вы же не хотите пролететь с выигрышем. Вы хотите здесь заработать, потому что один вал. Это $1. Такая вот, знаете, у нас история стейблкоина, можно сказать, внутреннего. Как один USDT, $1. То же самое и здесь. И это абсолютно реальные призы. И 25 вот этих вот валов, да, $25, это один контрактный пакет. Даже если вы, допустим, каждый день что-то будете выигрывать, это здорово. Но вряд ли каждый день будете выигрывать. Но все же, один пакет выиграли, замечательно. Весь год он будет работать на вас. Выиграли чуть больше, тоже хорошо. Выиграли еще больше, замечательно. А если под Новый год что-то там сорвете, так, блин, ну, я надеюсь, что сорву. А вы это будете зарабатывать вот как раз ежедневный, недельный, квартальный, а год, пожалуйста, оставьте мне, я так хочу выиграть вообще, вот бы меня система выбрала. Так что такие вот дела. Это здорово, что платформа развивается, что смарт-пазлы, они нам на самом деле зашли очень даже хорошо. Выводы работают, все выводил. Новые люди приходят. Прирост увеличивается, было 4000 человек, сейчас уже побольше. И это здорово. То есть компания планомерно расширяется, хотя старт был всего лишь 15 сентября 2020 года. То есть у нас есть огромные перспективы. Что будет дальше, я не знаю. Но я знаю другое. Если мы будем развивать проект, то он будет очень долго работать. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте вот здесь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Давайте с вами подумаем. Кто хочет какой приз? Кто на какую сумму сюда зашел? 25 баксов это для вас деньги или не деньги? Сколько бы вы хотели выиграть? И какой у вас опыт в подобных проектах? Пожалуйста, давайте с вами немножечко пообщаемся. Если кто-то захочет двигаться в моей команде, пожалуйста, все ссылочки будут в описании. Заходим, пишем титры вот здесь где-то, да, вот мои каналы, мой телеграм-канал. Меня всегда можно найти, если я вам действительно нужен.
Поэтому видео носит информационный характер. Заходить, не заходить, ваше личное дело. Если вы хотите со мной работать, вы меня найдете, как говорится. Если не хотите, все равно найдете. Вот. Так что такие вот дела. Конечно же, я хочу здесь заработать максимум, прям очень много. Несколько тысяч долларов в месяц, ну, как минимум, я бы хотел здесь зарабатывать. Я сейчас к этому иду. Опять-таки, я здесь зарабатываю пока что менее 1000 долларов, ну, потому что проект только стартовал. И, конечно же, я еще не создал большую команду. Я еще, может быть, не так много пакетов выкупил, да, и не начал много пакетов сдавать в аренду. Но, как говорится, чем черт не шутит, я только в начале пути. И вы тоже в начале пути. Поэтому у каждого из нас есть хороший шанс здесь поднять. Поэтому оцениваем возможности и риски, принимаем все взвешенное решение. Если вы его приняли, пожалуйста, ссылочки в описании. На связи, коллеги. Максимальных возможностей, минимальных рисков и самых настоящих денег и криптовалют.